Подростки сжигают лавочки и мусорят в многострадальном парке угольщиков в Чите. Об этом корреспонденту «Запру» рассказали очевидцы. Они также добавили, что люди неоднократно обращались к депутатам и в департамент Черновского района, но получили одни лишь отписки. Ранее сообщалось, что контрольно-счетная палата Забайкальского края выявила нарушение в 3,4 миллиона рублей при благоустройстве парка угольщиков в Чите. По акту палаты прокуратура региона организовала проверку. Кроме того, после реконструкции парк пришел в негодность, а директор фермы-подрядчика стал фигурантом уголовного дела по подозрению в мошенничестве. Напомним, что благоустройство парка обошлось в сумму больше 50 миллионов рублей.